При этом уровень проблемы, количество людей, которые считают, что существует проблема бродящих животных, бездомных животных, она несколько вырос, но сейчас составляет более 90% полувозрелого населения, 18 лет и старше. При этом примерно у половины николаевцев есть животные. Их количество не изменяется, не увеличивается, не уменьшается. Когда мы задавали вопрос про, если мы говорим про какие конкретно проблемы, связанные с бродящими теми же собаками, беспокоит город, то основная была 84% людей сказала, это агрессивные собаки. Первый очередь. Все остальные проблемы еще по ночам. Вопрос именно собак. Это не имеет серьезных каких-то показателей. И когда мы спрашивали в лоб выбор трех вариантов решения проблемы, которые сейчас обсуждаются, и называли, проговаривали. Первое – это отлов и помещение в приют. Второе – это отлов поиска хозяина и усыпление невостребованных. И третье – это… Третий – отлов, стерилизация, возврат, то есть выстроить то, что сейчас, то при всем обвинении города в жестокости, в приют, за приют голосуют 55,8% николаевцев, забрать, искать хозяев у себя невостребованных 28,3% респондентов и ОСВ 14,5%. То есть если мы говорим про выводы, то вывод однозначный. Люди хотят, чтобы животных не было на улицах города по разным причинам абсолютно. Порядка 15% назвали проблему, им жалко то, что животные на улицах страдают. То есть люди страдают из-за страданий животных. То есть ОСВ – это провал. То есть у нас остается два варианта. Приют и просто уже город должен решать, что дальше делать с этим собаками. Все. А сколько людей?